Сегодня мы будем готовить вот такое вкуснейшее ризотто с курицей. Мы берем растительное масло, добавляем кусочек сливочного масла и растапливаем. Когда наше маслечко растопилось уже, мы отправляем сюда обжариваться лучок. Я обжариваю две небольшие луковички. Если у вас большой лук, то одну луковичку. Пару минут так обжариваем лучок. Потом мы к нашей луку отправляем курочку мелко порезанной. У меня куриное филе. Можно взять мясо бедра куриного. И обжариваем тоже наше мяско до белого цвета минут 3-4. Перемешиваем нашу курочку. Немножко она у нас слегка проготовилась, поджарилась так. Дальше мы все это хорошенечко посолим. И я добавлю немножко вот такой вот приправы курицы. Все это мы снова хорошенечко перемешиваем. Уже очень вкусно пахнет курочка со специями. И теперь мы добавляем сюда предварительно промытый хорошо рис. 200 грамм риса я добавляю. Одно куриное филе добавила и 200 грамм риса. Хорошенечко мы его сейчас перемешаем. Буквально минутку мы его еще поджарим вместе с нашей курочкой, чтобы оно все обменялось хорошо вкусами. Вот так вот. И добавляем теперь понемножку водичку. Чуть-чуть добавили. И протушиваем 5 минуток. Хорошенечко периодически помешиваем все, чтобы у нас ничего не пригорело. И вот у нас уже вся водичка испарилась, мы добавляем еще водички. В идеале можете добавить еще белое вино немножко и куриный бульон, если у вас есть. Я не буду готовить алкогольное, потому что это будут есть дети. Вот. И протушиваем еще рис. Итак, суммарно мы протушиваем минут 20. Итак, прошло 20 минут. Наш рис уже проготовился. Вот, жидкости у нас уже практически не осталось здесь. Теперь мы добавляем сюда сыр. Можете взять пармезан, можете взять обычный столичный сыр. Теперь он так называется. ВТБ. И все это мы хорошенечко, хорошенечко перемешиваем, чтобы наш сыр хорошо расплавился. И получилось у нас очень вкусная такая консистенция. Вот так вот. И сверху мы все посыпаем зеленью. Вот так вот. И все, наше блюдо готово. Можно отправлять в тарелочку. Так, вот такое вкуснейшее ризотто с курицей у нас получилось. Пробуйте, готовьте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.